Всем привет! В этом простом видео для начинающих поговорим о том, как сбросить настройки BrandMower на настройки по умолчанию Windows 11 и Windows 10. И, в общем-то, все способы, кроме первого, подойдут также для предыдущих версий системы. Итак, поехали. Первый способ. Через безопасность Windows. Открываем безопасность Windows, используя значок вот этот со щитом в области уведомлений или через параметры. После этого переходим в раздел BrandMower и безопасность сети. Открываем этот раздел. И здесь восстановить для BrandMower значение по умолчанию. Нажимаем. После этого восстановить значение по умолчанию, и необходимо будет подтвердить действие, то есть сброс параметров BrandMower. Это первый способ, как видите, очень-очень простой. Второй способ. Панель управления. Там, в общем-то, все то же самое. Открываем панель управления. Если вы не знаете, как открыть панель управления, то можно использовать поиск панели задач. После этого BrandMower защитника Windows открыли. После этого восстановить значение по умолчанию. Вот здесь слева пункт. Нажимаем его, и, в общем-то, дальше мы попадаем в то же самое окно, что было до этого. Также нажимаем, подтверждаем наше действие. Следующий способ сброса настроек BrandMower – это использование консоли управления настройками BrandMower в режиме повышенной безопасности. Как это все осуществить? Нажимаем правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск», выбираем пункт «Выполнить» или нажимаем клавиши Windows R на клавиатуре, вводим команду wf.msc, ОК. Открывается вот такая консоль. Здесь нажимаем «Восстановить политику по умолчанию», соглашаемся, и, собственно, настройки BrandMower сбрасываются. И еще способы. С помощью командной строки, запущенной от имени администратора, терминала Windows, запущенного от имени администратора, или PowerShell, запущенного от имени администратора. Windows 10 и Windows 11, PowerShell или терминал Windows можно запустить вот таким вот образом от имени администратора, либо можно использовать поиск. Итак, запустили командную строку, если от администратора, то используем вот эту команду, ввели команду, нажали Enter, настройки BrandMower разбросились. Команды будут указаны в описании под видео. Если мы в PowerShell или в терминале Windows, где у нас открыта консоль PowerShell, то команда будет иметь вот такой вот вид, также будет указано в описании под видео. Вот такие вот способы. На этом все. Спасибо за внимание, удачи вам!